Здравствуйте, мои хорошие! Рада всем, кто присоединился к занятиям. Посмотрите на картинку. Вы здесь видите 4 варианта носов. Нос 1, 2, 3 и 4. Есть прямые носики, есть изогнутые, есть с горбинками. Разные варианты. Ну, попробуем их сейчас нарисовать. Здесь работа с помощью просто линий. Первое действие, какое мы делаем с вами, это делим пополам листочек. И таким образом понимаем, где что у нас находится. Два здесь и два с этой стороны носика. Ну, давайте начнем от этой линии. Нарисуем вот этот вариант. Смотрите, как мы будем делать. Прям по центру. Вот, за основу возьмите вот центр. Вот такая горбинка. И вниз уходим. Сначала горбинка. Нос, кончик носа, углубление идет, и переходим, рисуем сразу губу. Дальше небольшое расстояние, оп, и уходим сюда наверх. Делаем вот такую капельку, закрашиваем ее. Здесь тоже чуть-чуть подкрашиваем, и тут буквально вот такую линию рисуем. Выполнили. Следующий вариант, вот этот вариант. Опять же, наравне, да, вот на уровне они все идут у нас. Вот такой прямой красивый нос. Вот. Губа у нас. И опять же, от края носика переносимся чуть-чуть дальше. И рисуем вот такую полукруглую линию. И внутри вот такая вот у нас линия. Закрашиваем ее немножко. Вот такая вот красота. Теперь на эту сторону переходим. Тоже все вот в одной, так скажем, в одной полосе у нас. Вот. Большие не рисуйте, вот буквально достаточно. Теперь мы нарисуем вот этот вариант. Вот такой изгиб. И сюда. О, оп, губа готова. Это как бы верхняя губа все у нас. Ну и нижнюю вот так. Теперь от края носика опять чуть-чуть расстояние. Полукруг. Полосочка небольшая. И внутри вот здесь делаем вот такое вот затемнение. Как бы ноздря. И последний вариант, вот этот вариант у нас. Смотрите, да, где горбинка. Здесь у нас полностью такой носик горбатенький. А здесь есть наверху горбинка, потом немножечко углубление. Давайте тоже нарисуем. Горбинка, углубление, кончик носа. И уходим опять в верхнюю губу и нижнюю губу. Все, да? От кончика носа опять немножко расстояние делаем, полукруг, и от него же делаем вот такую вот капельку. Здесь вот тут внутри можно тоже чуть-чуть затемнить. Ну вот и все. Вот такие вот варианты мы с вами нарисовали. Попробуйте сделать это. Сейчас мы очень простые варианты взяли. Буквально просто с помощью линий. Но в следующий раз мы уже попробуем с вами сделать тени. Собственные тени. Нарисуем его не в профиль, а в фас. И так далее. В общем, разные варианты. Но сначала просто простые вот такие вот линии. Повторите, попытайтесь их, потренируйтесь отдельно на листочке. Можете сделать их разными цветами, абсолютно, чтобы они отличались друг от друга по цвету. Вот. Ну и желаю вам удачи, не переживайте. Все у вас получится.